Мур, привет, друг, это Зверько. Рано или поздно человек понимает, что пора уже фармить фрагменты на нужные ему эмблемы. Поскольку, если бонусы эмблем, на мой взгляд, не очень критичны, то перки, которые ты можешь выбирать, и бонусы до перков, это неплохое преимущество. И тут я раскрою страшный секрет матрицы эмблем, который немногие знают. Купим две пачки за 2700 БО, в сумме 5400, и подсчитаем, сколько выпало эмблем. ...211 эмблем и 40 единиц пыли. А теперь переходим в магазин эмблем и покупаем 5 сундуков за 800 в сумме 4000 БО. Сходу, с учетом бонусов, получаем 471 пыли. И пыль мы можем потратить на любые эмблемы, либо на магазин пыли. Единственный минус ограничения – 5 сундуков в неделю. Итого, 211 эмблем и 40 пыли за 5400 или 471 пыли за 4000. Думаю, выбор очевиден. И чтобы не был слишком короткий выпуск, бонус. Моим верным зрителям, даже хейтерам, которые отсматривают ролик полностью. У Кимми есть баг, который мне прислал подписчик. Дело в том, что ее автоатака чуть-чуть дальше, чем выстрел башни. Поэтому, наловчившись, ты сможешь быстро сносить башни, даже без крипов. Притом, неважно с какой стороны. Расстояние выстрела башни с любой стороны чуть меньше, чем автоатака Кимми. Ну а на этом все. Подписывайся на канал, ставь лапку и удачи, друг!